Город Бородино – важная для меня точка на карте Красноярского края. У жителей нашего региона есть немало причин гордиться этим местом. Например, отсюда родом несколько наших известных олимпийцев. А еще Бородино считают угольной столицей края. Сегодня мы впервые приехали сюда вместе с моей женой Марикой. Мне захотелось показать ей места, с которыми связаны теплые воспоминания. Очень интересно побывать в городе, который является частью жизни моего любимого человека. В Бородино живут мои любимые тетя, дядя и племянник. Помню, как раньше каждое лето мы собирали клубнику в полях. Это уже семейная традиция, и поэтому зимой на столе всегда клубничное варенье. Мы, конечно, следим за работой Сережи на телеканале «Енисей». И очень рады, что они к нам приехали, и очень нам приятно поболтать с ним за чашкой чая. После прогулок устраиваем вот такие чаепития и обсуждаем последние новости. Ведь сейчас, работая на «Енисей», часто я одним из первых узнаю подробности важных событий. Люблю приезжать в Бородино и гулять по родным улочкам.